Ну что, говорят, мы дождались теплой погоды. Теперь у нас будет 23, 27, 29 по нарастающей. И дожди нам будут только сниться. А вот и нет. Будут еще в моих роликах смотреться, потому что я засняла такую окрошечку. Дня два снимала, что ли, или три. Встречала дожди, провожала. Давайте посмотрим, как это было. Небо у нас сегодня просто мечта художника. Как-то так все закрутилось, завертелось. Так надо суметь нарисовать. Комфортная погода, прелесть! Я просто гуляю, просто чапаю. Если около магазина будет женщина сидеть, дачница, продавать ягоду, я с огромным удовольствием куплю. Если нет, просто прогулочка. Ура, ура, ура! Сидит моя дорогая. Сейчас я куплю ягодку. И на рынок идти не надо. Мне две баночки. Так, готова легчайшая рыбная похлебка. Сейчас перчика чесночного как положу. И все. Всем приятного аппетита. Здесь небушка светлая, а здесь красота красивая. Здравствуй, тучка. Как давно тебя не было. Ты одна, аль с дождем? Ну, привет. Заходи. Ого, а тучка все серьезней и серьезней. Люблю вязать в такой погоду. Подул такой свеженький прям ветерочек. Как будто выключили свет. Вязать уже прям вот темненько стало. Все разбегаются по домам. Вот здесь было светло, а сейчас темно. Ждем с обещанного дождичка. Еще с утра обещали. На самом деле очень страшно и темно. Вот у меня все синим показывает, на самом деле все серым. Темно очень. И вот за этим домом было все же светлое. А сейчас. Ого-го, такая надвигалка. Закрывайте окна, закрывайте двери. Так, ну вот и здравствуйте. И началось. Первые капли. Ветер. Цветочки дней 5 без дождя были. Но он не глубокий. Он просто вот только земличку как-то прибивает. Капли крупные. Телефон боюсь выпускать. Залить. Капельки прям очень крупные. Темно, как выключили свет на балконе. Я сидела с огромным удовольствием. Так вот. Уважаемый дождик с тучкой. Свет можно вернуть? Так прям лейте, пожалуйста. Сколько хотите. Ого! Все, закрываю балкон. Закрыла балкон и ушла, потому что аппаратишка жалко. Такой силы дождик, как будто вечер глубокий. О, молния. Значит, будет гром. Не слышно гром. Но молния сверкнула. Ну и ладно, и хорошо. Гром был, но я его проследила. Все на балкон заливает. Вам еще, пожалуйста. Вот за считанные секунды с крыши ливневки еле справляются. Ну
Ну, вот и поутихло. Машины сейчас проедем. Такой еще меленький дождячок есть, но не сравнить с тем, что было. Раскаты грома где-то вдалеке. Вдалеке слышны свежо. Прям не надышаться, не надышаться. Небо чуть-чуть становится лучше, но как-то прям темно опять. Вон где-то там гром слышно. Уже без молнии ушел куда-то дождячок. Ой, ну вот самое время для вязания, для прогулок. Очень свежо. Промочилась земличка-то? Промочилась. Напилась водиться. У нас уже следующий день, и я так понимаю, все по тому же сценарию. Синяя красивая такая тучка, на самом деле страшная серая, особенно вот это вот место. Так, ребятишки, скоро вы пойдете по домам, чувствуется. Вот в этой стороне более... Ой, какая красота в этой стороне. Вот там вроде светленько, но вот тут вот страшненько. Ждем-с. Я так чувствую, ждем-с. Все прям под копирочку вчерашнего дня. Четвертый раз за день. Налетит. 3 минутки. А вот ты уже успокаиваешься. Только я камеру взяла, да? Сейчас стеной был. Успокаивается. Ну что ж. 3 минутки хлеп-хлеп-хлеп. И все. И до вечера, наверное. Даже лужицу не успел сделать. Вот тут обычно лужица, когда дождь-то такой настоящий. А сейчас так. Ну, спасибо и на том. Всем привет, всем здравствуйте. Не знаю, какой это кусочек, я собираю потихоньку, чтобы потом выдать на гора влог. Получила смс, ну что, СДЭК, значит, ждет, в СДЭК меня посылка от Василька. Причепурилась, но снимать надо там и платье показывать, платье голубое красиво идет. Дождик. У нас 3-й день подряд. Туча, дождь, дождь, туча. 5 минут солнца, час туча. 2 минутки дождь, 5 минут солнца. И я, а как пойдешь? Все же. В общем, сейчас я покажу, что у нас творится на улице. Но мы все равно дойдем с вами, дойдем. Видим цель, не видим препятствий. Вот такая красота на протяжении уже нескольких дней. Одно и то же. Там какой-то просвет-то у нас есть, али нет? Али нет, Танька? Да ладно, добьем. Добежать, может, не получится, а вот добегать получится. Красота! Какова красота, а? Ну, выход, наверное, этого ролика уже, обзор Василька я наверняка сняла. У меня столько отснято. Я стартую, снимаю старты, закладываю. Время есть, монтирую, выкладываю. Наверняка вы уже и распаковку видели, не знаю. Ну, видели уж чеподи. Так, ну что, дороги еще сырые, а плиточка, вау, а плиточка уже высохла, так что у нас есть все шансики сбегать в период солнечный до СДЭКа. Ну, в дождь попадем. Еще раз прическу сделаем. Я не люблю зонт таскать. Сейчас просто скажет, Таня, зонт не люблю. Так, по дороге магнит. Забегу, куплю буквально 3 яблочка зеленых. Сняла ролик про плед. Назвала его зеленым яблоком. В кадре мелькает все, что угодно, кроме зеленого яблока. Ой, какая симпатяшечка. Ждешь хозяина? Жди, жди. Вот. Ну, для обложки я возьму, сфотографирую зеленым яблочком. Думаю, что вы уже увидели этот ролик, а может не видели, у меня полный расколбас в том, что надо снять, в том, что я сняла. Но я порядок наведу. Так, мандариновый фей, ты поможешь нам с фотографиями пледа? Как-то чего-то не хватает. Так, здесь уже этикетка не вписывается, убираем этикетку. Сейчас покумекаем. Света нет, опять тучи, солнце и туча. Все какое-то желтое.
Не хватает просто дневного света. Так, мы сейчас еще попробуем тяжелую артиллерию. Тараскин, тебя тут в темноте тоже разглядеть можно. Помощница тут есть. Еще надо подумать и как-то обложечку сделать. Помогай, Тараскин! Мне почему-то кажется, что напоследок, перед жаркими днями, дождик о себе еще напомнит. Посмотрите, какая красота. Просто красотища. Так, мальчишечек, ты не попадаешь в кадр, не бойся. Самокатчики у нас кругом. Видите, здесь, я не знаю, как получится, но чернота черная. Просто чернота. И вот так солнышко сейчас скроется. А там парк. Детки разбежались, потому что... Ой, как я приблизила. Вот на этих качельках мы с вами катались. Да, все, начинается ветер. Спасайся, кто может. Но по прогнозу сегодня был дождь, здесь претензий нет. Жарко, дождь. А потом якобы все будет без дождя. Прекрасно. Так, а я до дома-то добегу. О-оу. Даже балкон страшно открыть. Дальше что страшно-то? Надо открывать. Вот такая красота. Давай, дождячок. Долго тебя не будет. Давай, хороший. Спасибо тебе. А небушка уже прям совсем другое. Я успела, совсем не намочилась. Да и намочилась бы, не расплакалась. Ну вот и все, дождик напугал, разогнал всех. Посмотрите, какие лужицы стоят, как хорошо цветочком. Жара и напились всласть. Ой, какая прелесть. Ну, цветочки, попейте. Дождик по прогнозам долго не будет. Заскучаем. Так, ну что, а я снимаю с утра ролик про... новый процесс. Бегу делать прическу и уезжаю. А нет, еще сначала смонтирую, потому что ролик про этот плед выйдет раньше, чем вот этот влог. Влог у меня будет состоять из островков. Под утро лягу, но смонтирую все. Значит, вы уже это видели. Я хотела связать только один этаж, чтобы взять с собой в дорогу. Но связала три этажа, почему, все рассказала в предыдущем ролике. Вот не хватает мне света почему-то сейчас. Так, ну что ж, полюбуюсь на красоту и пошла работать. Моя задача — снять ролик, смонтировать его, смонтировать вот этот вложек, который вы смотрите. Вот, все сделаю, все успею, все сделаю, чтобы был запас роликов. И пока я на отдыхе, вы не скучали. Некоторые скучают. Каждый день. Видите, хотят. Все подстраховалось. Мой добрый зритель. Я на несколько денечков уезжаю отдыхать. Вроде как продумала я все. По-стахановски работала, чтобы этого уезда вы и не заметили. Я имею в виду в промежутках выхода видео. Промежутков выхода видео не будет. Все, уже голова не варит, сумку собираю. Буду на Дзен выставлять фотографии. Ну, во всяком случае, я так думаю. Что касается видео, ноутбук не беру с собой. Монтировать не буду, если короткие сюжеты. Но в любом случае, для обоих каналов я буду собирать кусочки, чтобы по приезду выдать видео. Возможно, сразу после этого видео будет мой отчет об отдыхе. Кто его знает, как там пойдет. Но в любом случае, я всем желаю приятных летних денечков. Не прощаюсь. Говорю наше традиционное. До новых встреч, мой добрый зритель. А они обязательно будут.